Молодец. Забыла уже, как кататься, но ничего. Надо опять вспоминать. Бабушка научит. Я так не могу кататься на коньках. У меня ноги сводят из-за плоскостопия вообще. Не знаю, может, со стелькой когда-нибудь попробую. Просто сводит и все. И колом встают. София. Давай сама попробуй. Надо ей только помочь. Давай, хватайся. Держись. Во. Во. Как хорошо. Подгоняет. Здравствуйте. Это маечки, но не буду тебе показывать. Что ты купила? Подожди, что это у нас? Так, мама, игрушка для детского творчества с маркировкой. Давай это туда эти вставлять. Давай заново. Дубль 2 снимаем. Что мы взяли? Вот резиночки. Угу. Это типа, ну, такого пинцета, вот, чтобы туда вот эти шарики вставлять. С ними фигурки-то делают такие. И сверху водой, как спреем, пшикаешь. И они застывают, и шарики друг к другу прилипаются, и получается там можно зверей делать, какие-то фигуры. Мама, мне фломастер. Вот эта фирма все и знает. Мама, мне фломастер купила. Хотите, покажу, какие там цвета? Ну, давай, покажи. Тут есть желтый такой, колызечко можно рисовать. София все фломастеры покупает, карандаши. Тут есть голубой такой. В школе такой. Готовишься. Угу. Как зеленый как будто. Ой. Зеленый. Это вот зеленый. Нет. Вот такой. Угу. И еще два осталось. А три. Оранжевый. Такой красивенький. Угу. Вот. Оранжевый. София в новом костюме, да, каталась на коньках. Под вот конец такого. У нее стало получаться, да? Потихонечку. Да. И тут такой фиолетовый. Кашель. Последний. Угу. Фиолетовый. Угу. Так, что еще у нас показываем дальше? Мама, я купила вот таких кукол. Их можно нарезать. Смотрите, тут две куколки. Это для нее, ну, можно одинаково надеть. Угу. Магнитные куколки. Дальше, что еще? Блокнот мне мама. Ну, альбом, как обычно. У нас их 1000 уже. Давай дальше. Это мама мне папку новую купила. Ну, сколько подарков, да? Такую папку. Любит 5 папки. Будешь сюда рисунки, да, свои складывать? Это моей маме. Точилка. Вот на садике у детей такие же точилочки. Это маме крем. Угу. Вот ей подарок. Хороший. Это маме крем. Спасибо. Защищает руки от холода и ветра. Хороший этот. Рукавички, да? Это тебе. Есть для рук, для лица и для щечек. А щечки. Давайте открывать вот это, да? И лопату. Синяя, розовая. Давайте еще посмотрим. Что тут такого есть? Интересно, София, тут спустя. Открывает вот так. И вот так. Вот это, я знаю, что это такое. Вот эти бизики, тут вставляются вот этих, надо замотать. Ну, вот отсюда. И можно оторвать, и потом склепнить. И потом, а вот эта штучка, что вот эту признана, а это украшение можно делать. И любой свет можно делать. Красота, да?
Вот этим крючочком делать. Да. Знаешь, как делать? Да. Не? Крючочек. Это надо скреплять, да? Между друг другом резиночки. Давай теперь вот папочку. Давай. Сейчас мы откроем его. Сюда я буду кладить все своего важного. Сюда я буду кладить свои игры и бумажки, как я могу сделать. Из тортика, из арбузика, из яблочки. Можно сделать такую игру и вот такая папочка. Класс. Сейчас. Будешь это открывать? Сейчас вот такое открываем. Ну, смотрите, берете одну девочку, берете, да. Ну, только одна и все. Я две. И потом надеваешь любое костюм. Вот так. И прилипает на магнитик. Угу. И еще есть такие. Всем пока! Получается, семерка? А? Ну, только в другую сторону. Ничего, давай. А? Кто там? Поглядывает за вами? Бабка. Ну ты что, идешь? Нет. Я туса. Я туса. Бабушка, я тебя хочу сразу двумя. Давайте попробуем сначала делать вот какие-то такие спиральки. Попробуйте маленькие. Можно побольше. У меня вот такая. Так, вот, да. Смотрите, а можно вокруг себя вот так кружиться и как будто в небе что-то рисуете. А можно еще вот так или подсунуть. Или что-нибудь порисовать. Можно солнышко, печенька. Нет, ну как, правая, верно. Коснулись. Ага. Есть! Аплодисменты! Супер!
Смотри, какую мы красоту сделали. Лисичка. Это термомозаика, лисичка. Только такую не покупайте. А София сама сейчас делает цветочек. А сейчас божью коробку делаю. Сколько там? 1000. Вот, коробка. 1300 бусинок. Она огромная. Так, есть еще книжка, но мы уже ее... Маме жалко ее было порвать. Да, порвать. София попросила порвать. Оторвать, вернее, странички. И вот тут очень много-много. На Валберисе брали что-то новое. Термомозаика. Красивый цветочек. Но лисичку мы долго делали. 5 минут это уже делали. Да, специальная фольга прилагается. И смотрите, сколько мы на лисичку потратили. Но... Смотрите, сколько потратили. Ну, все бусинки практически. Все бусинки. Ну, утюгом, не знаю, пару раз все сделала. Все бусинки замяты, только вот это только пустая. И они скрепились. Красота. Вроде так, да, София? Да. Или другой стороной? Или вот так? Может, так. Вот так вроде, да. Вот пойми. Вот такая лисичка. Одинаковая. Такая лисичка была. И мы вот вместе делали, да, София? А сейчас ты кого делаешь? Божью коровку. Божью коровку. Красота. Маленькую. Такая маленькая. Такая малышка. Сейчас усики нарисую вот такие рожки. Маленькие рожки. Вот такие. Такие рожки. Ладно, не буду рожки. Это классный. Сейчас пошла все это делать. Пошли, я покажу, как я их делаю. Не давай, Олен. Почему? Не так. Дай бог, обожгется девка. Ну, я держу, но... Проглаживай туда-сюда. Тихо-тихо, аккуратно. Все? Ну, наверное, все. Не-не-не, стой, пусть он. Не надо было открывать. Одна. Не открывай, София. Подожди, Соф, надо, чтобы она это... Спаси меня. Подождать надо. Вот, там пару моя. Раз. Маленькие девчонки охотят. Наши подарки, да? Софины подарки. Меня не будут снимать. Ну, давай, рассказывай про свою кухню. Смотрите, тут очень красиво. Вот эти наклейки Катя подарила. Смотри, это я сюда наклеила. Микроволновка, да? Вот такая. Ну, еще давай. Тут есть кнопочки. Угу. Раз, два, три, ну еще. Угу. Да. Да, 10. Это у меня тут готовка. Только плита, да, у нас салфетки такие, что протирать там. Такое. Ну, тут готовишь, да? А тут тарелочки. Тут полочка, тут... да? Да. Два в одном у нас. Да. Так, закрывай. И вот такие кружечки. Еще вот такой чайник. Он но может это для плиты. Да, это до сюда. Для плиты? А это до сюда. Да, вот газовый, да. Это еще, смотрите, работает. Вот так. Кран. Сюда надо папа вешать. Это у нас соус. Вот тут конфетки лежат. Это такой на... У нас, да, перец, соль. Это часы, что затекать. Кусочные часы. А на верхней полке.
смотрите, есть вот такие. Смотрите, это нам набор такой более подарили. Сейчас я покажу. Да, ну да, у меня вот. Ну ладно, подожди. Такой набор нам подарили. Ну, София подарили на день рождения. Кастрюли, чайники, тут понятно, ножики и вот. Ну, ножиков лопаточки. Только один. Ножик один, да, чему-то. И смотрите, тут у это меня для уборки. Да. Ну, шкрабы такое все. Я это мою кухню свою. Угу. Давайте тут. Это еще открывается. Угу. Смотрите, тут у меня. Красота, порядок. Это у меня что чистить? Это у меня мороженое. Очень умею мороженое делать. Тихо, тихо, тихонечко. Ну, там очень у нас кастрюли, много тарелки. Заралка. Да? А вот у нас чайник, он поливается. Сейчас будем вот это. Это холодильник. Да, тут мы нас организовали. Ну, это ладно, тут деньги. Это не надо. Да, тут скакалка. Тут еще у нас продукты. Да. Мы купим такие коробочки и организуем. Да, тут Вась-то мы купим такие коробки, потому что у вас тут детский мир. Тут у нас сладости. Тут у нас гамбургеры. Не полезные. А? Тут у нас полезные. Да, тут фрукты. И тут полезные. И овощи. Да, очень удобно мы так. Это у нас в холодильнике все хранится, да? Так. Угу. Ну, деньги вам. Это? И это, да, самое интересное, это верхняя часть. Это у нас бусинки такие. Mm. Да, это своего, что я могла чай. Поезд возьмем, будем делать, да? Да, мы там еще купим. Mm-hmm. Это у меня бинтик, что кидать вот это, что не замерзло это. Это у меня сухарики. Тихонечко. Можете не посмотреть. Не успеваю, да, смотри. Твои сухарики. Это меню твои. Да. Угу. Там тоже менюшки, да? А, лейкопластыри обязательно. Да. И что-то скужем. Тут я заодно порядок наведет хоть. А это у нас сколько еда стоит? Они не могут смотреть, я им даю. Что они посмотрели, сколько тихо, еда тихо, стоит. Тихо, тихонечко, Соф, ты очень быстро. Давай аккуратненько, да? Сейчас яички покажу. Это мне это с Пасхи, да? Мама купила. Это из набора вот этого маленькие яичка. Вот эти это подруга подарила, а это из отечества. Из дома. Так, тут у нас поднос тут для пиццы, да? И наверху я уже показывала. Это им в садике подарили на Пасху. У всех. Уже делали вот эти. У всех одинаковые, только у меня такие. Почему подделки. У меня такие? А, чайник другого набора. Это вот как раз тут поварёшки. Я сейчас буду готовить. Да. Давайте покажу. Ножики, лопаточки разные. Даже это, палочки для суши. Ну, пока сюда, да, поставили. У нас внизу там тоже есть стаканчик. Давайте я сейчас буду готовить. Так. Я упала. Так, все, я дальше буду показывать подарок. Подождите, дарку мозаику сейчас я покажу. Сейчас, подожди. Вот как она выглядит. Она такая небольшая. Такая кухня. Ну, это мы, нас от всех. От бабушки, от дедушки, от дяди и от меня. Ну, еще самокат купили. Сейчас. Да? Его. Еще Софии подарили вот такие наушники беспроводные. Настя. Понятно. Хорошие такие наушники. Заряжаются от USB до провода. Можно слушать и через наушники. Ой, не через наушники, а через провод. Через наушники. Уже все. Да, музыку, но они светятся такие классные. А они светятся, София, если сейчас их включить? Да. А, во. Будешь на юге ходить. Вечером так вот они будут переливаться разноцветными цветами. Будет очень классно смотреться. Так, все, сейчас дальше буду показывать. Я уже маникюр сделала, но это еще не последний вариант. Вот такие цвета очень нежные. Мама, все своими мариконами.
Но вот на педикюр уже записалась. Я записалась на 4 июня. И на маникюр, и на педикюр. Вот, поеду красивой на юг. Примерно сделаю такие же цвета, но только там будет еще зелененький. Потому что это голубой, это такой ближе бирюзовый, наверное. Там будет зеленый у меня и еще какой-то цвет. Поярче розовый сделаю, будет желтый, зеленый. По-моему, оранжевый будет, я не знаю. Очень интересный, нахожу в интернете. Это вот все я с интернета слизываю. Вот, красота. Так, сейчас дальше буду показывать подарки. Немножко похвасталась своим маникюром. Да, теперь такую собачку покажу. Это подарила тоже соседка наша, Эля, да. Ну, София просила, не знаю зачем. Уже большая такая, ну вот. Попросила собачку. Сейчас вот нажимаешь туда. Не надо так делать. Все, я выключу. Все. Вот такой щеночек. Ну тоже он такой недешевый. Он 2,5 стоит. Не надо, не надо. Сломаешь так. Все. Ну, он еще и ходит. Мама, мне можно. Можно, можно, просто это. Упадет он, щеночек. Вот такой. Красивый. София еще собирается его на юг брать. Да? Нет. Не, не будешь уже? Ну и правильно. Я его зачем ждет. Попросила? Так, София подарила еще аквамозаику. Это наша. Так, это, по-моему, с нашей, да, София? Да. И... Картинки мы уже тут смешали. Я буду вот эти вот бусинки все сюда по цветам. Ой, распределять. Какой? Ну, разберемся, эта штучка, вот, чтобы цеплять их. Хотя она не очень удобная. Мне нравится вот такой пинцет. Сейчас. Вот. Из старой мозаики. Ну, это да, из старой мозаики. Тут тоже у аквамозаики такой же пинцет есть. Мне он очень понравился. Потому что когда мы вчера вот эту лисичку из термомозаики собирали. А вот это я и сделала. Угу. Это ну, я вчера коробка. Показывала, но. Очень удобно было. Это я маме сегодня сделала. Вообще класс. Утром сама. Сама? А утюгом сама, что ли, пользовалась? Бабушка помогла. Бабушка помогла. Вот и аквамозаику такую. Тут очень много цветов, но, конечно, уже мы тут брали, делали. Суфой. Что-то она тут делала. А вот она от нее это пинцет. А где мы делали с тобой тут что-то? Я тут София, конечно. Вот цветочек делала. Вот. Это аквамозаика. Ему еще идет спрей. Просто водой ну как, пшикаешь. И получается такая красота. Еще у нас что-то было. Тут сколько шариков. Мне еще распределять. Да, понятно все. Смотрите, фокус. А зачем ты это здесь хранишь? Раз, два, три, там ничего нет, мама все сделала сюда. Ладно, я потом сделаю. Надо навести порядок. И все в одну кучу. Ну, в общем, такой чемоданчик. Класс. К нему, конечно же, идут трафареты. Я просто не помню, какие. Это все старые, да? Это старые. Я их специально скотчем ламинировала, чтобы картинка не промокала. Это, по-моему, старые. Вот эти две новые, да? Раз новая. Два. А что, две новеньких было и все? Как-то тут немного было, да? Нет, еще было там. Я только две нашла. А, вот вторая. Как бы вот первая. Первая. Вторая. Вот тут мороженое можно сделать. Где? Вон тут мороженое. Ну, можно в пояс взять. Мы вот это? Да, мороженое сделаем. Нет, это не мороженое. У меня два их. Бантик, София, ты, по-моему, делала. Конфетку. Из другого. Нет, это вот отсюда идут трафареты. Снова. Я не отсюда делала. Думаю, я царь. Не, я просто тебе говорю, что тебе это снова. Мы покупали... Детскими. Да, две. Отдельно бусины и вот именно с трафаретами. Чего только тут у Софии нет.
Ну и термомозаика. Сейчас я покажу ее. София, это творчество. Это тоже куча трафаретов. Вообще просто. Черепашка. Крокодил. Сердце. Я, по-моему, вчера показывала круг. Ромбик. Ну, этот главный трафарет, на котором делать узоры. Еврейская звезда. Звезда Давида. Это фольга, по которой надо разглаживать фигурки, чтобы они соединялись. В общем, тут трафаретов куча. Очень много. Вот мы лисичку делали. И вот сколько цветов. Давайте открою. Очень много. Вы посмотрите и потрогаете. София, творческий беспорядок сейчас. Куча просто. Потрогайте. Вообще, представляете? Потрогайте. Ну как их потрогают? Ну ты за них. Вообще просто куча. Куча, куча. Что ты хочешь сказать подписчикам? Это наши подписчики? Ну да. В общем, вот. Коробку я тоже показывала вчера. Ну, в другом видео. Представляете, сколько много? 1300 бусинок. 1300. Вау. Так, еще покажу набор. Сейчас, который Катя подарили. Подарила. Катя подарила. Сейчас покажу. Какой набор. И покажу, как его открывать. С единочкой. Я показала, открывай. Радужно. Зачем тебе два набора? Я не знаю, зачем. У меня три еще будет с бабочкой. Да я и сама покажу. Ну, это хороший набор тут. Карандаши. Как раздвигается. Супер. Смотрите. Краски. Мы уже с Евой попробовали. Попробовали уже? Красили? Ага. Красками мелкие. Мы химичили. Фломастеры. И тут больше красок, кстати. Здесь. Открой, не пожалуйста. Надо ничего открывать. Соф, успокойся, да, я покажу. Да, не надо краски эти. Потом мы порисуем ими, хорошо? Смотрите, тут смешивай, два. Да? Точилка, ластик. А это что? Два ластика. Не надо, Соф. Ты оденься сначала. А, убирай. Тут кисти. В общем, набор. Зачет. И наш набор. Вот такой чудо-набор. Да, София? Ты рада? Софа? Ты рада? Просто... Ой, не все фломастеры видно. Из-за этой коробочки. Крышки. Ну, хороший набор. Ты рада хоть? Нет. Почему? Я хочу еще буду. Ну... Ну, ходи. Давай, ты две, я две. Дай монетку. Сейчас дам монетку. Сейчас сниму. Дай монетку. Дай монетку.